Представители стран ОБСЕ осмотрели, чем вооружена украинская армия. Делегатам представили военную технику нового образца. Боевые машины разработаны в Украине и уже успели пройти обкатку в зоне проведения АТО. Чем гордятся военные, видела наша съемочная группа. Этот бронетранспортер 4Е – мечта любого полевого командира. Он уже побывал на боевых заданиях в зоне проведения АТО. Экипаж легко доставит десантников на место военной операции, а если нужно, прикроет товарищей. Автомобиль оснащен пулеметом, гранатометом и противотанковыми ракетами, обладает системой защиты от оружия массового поражения. Такая техника проедет везде, с легкостью форсирует реку. Этот автомобиль разработан конструкторским бюро имени Морозова в Харькове. Это принципиально новая техника, которая поступила на вооружение украинской армии. Она без подготовки преодолевает водные препятствия, имеет противоминную защиту. Эта машина не раз выручала бойцов на Донбассе. БРМ-4 позволяет эвакуировать подбитую врагом технику из-под огня противника, а потом отремонтировать ее в полевых условиях. А спасти жизни раненых бойцов помогает санитарный БММ-4К. Машина оснащена абсолютно всеми нужными для оказания первой медицинской помощи аппаратурой. Она обеспечена системой искусственной подачи воздуха, дефибрилляция. Также в ней есть места для хранения медикаментов. Эвакуировать она может 4 тяжело раненых бойцов и также до 10 человек средней тяжести. То есть, допустим, 2 будут лежать на носилках, 8 будут сидеть на посадочных местах. Вся техника разработана и изготовлена на украинском заводе, соответствует последним требованиям военного времени. Это отметили и представители ОБСЕ. Инспекцию провели в рамках Венского документа 2011 года. Это международное соглашение государств-участников организации, что предусматривает такие визиты, как демонстрацию доверия. Все посетители довольны тем, какую открытость и транспарентность обнаружила Украина. Это очередной вклад в общее дело укрепления доверия и безопасности между государствами. С начала этого года вооруженные силы Украины получили более 3500 единиц военной техники и вооружения. Среди них как новые, так и модернизированные образцы. Яна Матиевская, Евгений Савицкий, UATV.